С 90-летием поздравили долгожители поселка Мирный Анатолия Андреева, руководство района, близкие родственники. Эта добрая традиция уже давно существует в нашем районе. И в свой юбилей Анатолий Венедиктович услышал только самые теплые слова и поздравления, пожелания крепкого здоровья. Разрешите от главы Заинского муниципального района Рашид Галеевича Каримова поздравить вас с таким великим юбилеем 90 лет. Мы преклоняемся перед вашим поколением, которому на долю выпало очень много трудностей. Но вы все делали для того, чтобы сейчас ваши дети, ваши внуки, ваши правнуки жили под мирным небом. Вы очень много трудились, мы благодарны вам за это. Несмотря на свой почтенный возраст, 10 лет осталось до векового юбилея, Андрей Венедиктович до сих пор продолжает присматривать за своими дочерьми, как и в далекие школьные годы. Как учитель в школе он был у нас, да, он на уроки ходил постоянно к нам, уроки проверял, тетради, да. Если там уроки не выучишь, ляжешь спать, он тебя ночью разбудит. Скажет, ты чего спать легла, у тебя еще уроки не выучены. В свое время очень любил рыбалку. До последнего времени он все ходил на рыбалку, пока ноги его носили. Тут уж в округе он у нас остался почти один мужчина был, остальные все бабушки были. Вот он уже всех бабушек снабжал и снабжал этой рыбой. Идет с рыбалки, мама не любила чистить рыбу. Не нужна, говорит, мне твоя эта мелочевка. И вот он тут всем бабушкам, соседям, пока дойдет до дома, рыбу всю раздаст. Они уж были очень рады. Юбиляр всю жизнь проработал на Заинском сахарном заводе. Вместе с женой они воспитали 5 детей, 3 дочерей, 2 сыновей. Сейчас у Анатолия Венедиктовича спрашивают советы уже многочисленные внуки и правнуки. А юбилей для него день особенный. Все стихи и песни звучат в этот праздничный день только для него. Thank you.